Уважаемые главы государств, уважаемый генеральный секретарь ООН, прежде всего выражаю искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение и превосходную организацию саммита БРИКС в городе Казани, уникальном историческом центре Евразийского континента. БРИКС превратился в глобальный центр международного притяжения, которому проявляет практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству. БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников. БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства.